Чем холоднее на улице, тем уютнее дома. Как правило, с наступлением холодов долгие прогулки сменяются вечерними посиделками у телевизора. Какие сериалы предпочитают ульяновцы, сейчас узнаем. Старые советские фильмы. А сериалы какие? Может, из классики что-то пересматривать? Ну, последний сериал «Игра в кальмары». Ну, вот сейчас я «Лилит» смотрю на втором канале. Никакие. Я только на такие программы смотрю, когда мир показывает животные. Вот. Это интересно. Детективы нравятся, Пуаро, вот, кстати, нравится, Агата Кристи нравится. Такой вот. Ну и такие какие-то веселенькие. Ну, сейчас сверхъестественные смотрим. Ну и космические какие-нибудь, какие выпускают. Сериал не смотрю, максимум YouTube, подкасты какие-либо исторические. Ивановы, Иванова в основном смотрю. Вот, а так все, я не смотрю вообще сериалы за учебой. Британские. А какие именно? «Доктор Кто», например. Сейчас закончил смотреть «Неприятности» с Мэгги Коул. «Дикий ангел». «Богатые тоже плачут». Фантастика, детективы. Ну, например, «Как избежать наказания за убийство» сериал.